колбасу, принимают обратно по двойной цене. Честно говоря, я не особо понимаю, с чем это связано, потому что написано, что для людей она безопасна. Но так ли на самом деле, никто не знает. Также было написано, что нельзя давать эту колбасу свиньям, но людям можно, и это очень странно. А это выживает, мне кажется.